Итак, сегодня тема опять у нас про полуавтомат Ресанта. Нарвались на одну, на один видос. Там мужик показывает, как правильно настраивать на самом деле полуавтомат. Нажми, Андрюк, здесь. Он там где-то нашел инструкцию от какого-то дорогого полуавтомата. И там было написано такое, значит, вот эти вот ролики. Вот эта прижимная штука, она не просто так здесь. Вот. Надо настроить таким образом, чтобы проволока, когда вот из наконечника выходит, когда вы варите, чтобы она не втыкалась. Ну, когда втыкается, то есть вот эти ролики должны проскальзывать. Не знаю даже, как объяснить. В инструкции было написано, вот на расстоянии в 5 мм, когда ты варишь, вот она втыкается, она должна пробуксовывать. На расстоянии 5 сантиметров она выходит, когда упирается в что-то, она должна гнуться. То есть не слишком слабо и не слишком сильно. Вот на 5 миллиметрах, как ты варишь, вот так. Варишь, вот варишь, варишь, нахуяк втыкается и отталкивает его назад. Угу. Вот надо настроить так, чтобы она его не отталкивала. Ну давай, что его включить надо? Да. Ну, включаем, допустим. Вот, прям в баллон упирай. Вот я ее сейчас расслабил. А, нет, давай я сейчас затяну. Блин, надо, кстати, болты затянуть. Кстати, массы там нет на баллоне? Нет. Вот затянула, да? Вот видишь, она буксует. А должна... Сейчас я обрежу. Так, а возьми еще на эти, на 10 ключик. Тут что-то это пробуксовывает. Она расслабилась с каких-то пор. Вот давай сейчас снимай сюда. Вот примерно 5 миллиметров. Видишь, она толкает. Ага. А должна проскальзывать. А должна проскальзывать. Это надо расслаблять, короче, ее. Ну вот давай, тут смотри, тут один. Ну это вообще не держит, что вот на единичку сейчас. На единичку. Еще чуть-чуть послабить. Еще расслабить. Ну это уже. Ну это меньше единички. Во. А на 5 сантиметрах она должна согнуть проволоку. 5 сантиметров, ну примерно вот. Слабовато. Чуть-чуть. Ну, короче, на единичку поставить надо. А ну давай сейчас поварить попробуем. Правда, железка ржавая. Да, я попробую сейчас. Что там с этой? Ну вот на 90. Из-за этого не получается настроить подачу еще иногда, если неправильно. Подача пустяковая забила. Газа нету. Это вообще не идет проволока. Застряла. Газа нету. Сейчас еще раз. Сейчас попробовать подачу поменьше сделать. Так, на 80, допустим. Вот, 110 попробуем. Ну, по-моему, газ не идет. Мне кажется, лучше раньше было. Как-то это, как будто что-то не хватает. Чуть помощнее надо, да, поставить?
Ну, так нормально. Почему, допустим, вот на 130 я хочу поставить? Слышка вдруг идет. Подачу больше на всю. Тупейца. Подачу на минимум. Смотрите, вообще не работает. 90. Короче, ни хрена он мягче варить не стал, все то же самое. Не знаю, мне было неудобно, когда я варю, но отталкивать назад. А что он отталкивает? Не знаю, толкало назад. Да, она сейчас толкает. Ну, сейчас нормально. Ну, вот так оптимально на 70 подачи. Грубо говоря, как бы не друг напротив друга вот так поставить. Ну вот она, оптимальная настройка. Ну, значит, оставим так, как мы начали, да? Ну, да.